Слухи о скором показе игр для PlayStation все-таки не врали. Компания Sony анонсировала июньскую презентацию State of Play. Прямая трансляция стартует в эту пятницу, 3 июня в час ночи по московскому времени. В рамках шоу сделают несколько захватывающих анонсов от сторонних партнеров PlayStation и беглым взглядом покажут ряд игр, находящихся в разработке для шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Буквально несколько часов назад в сети появились следующие скрины. Димчик Альфон, спасибо за инфу. На скрине указаны тайм-коды того, что будет анонсировано. Здесь мы можем видеть якобы анонс Resident Evil Village Last Hopes Update, в переводе обнова под названием «Последние надежды», плюс PlayStation VR 2, а также Resident Evil 4, датированный 2023 годом. И есть еще вот такой скрин, где написано Resident Evil 8 VR трейлер и DLC тизер. Нечто похожее мы видели в 2021 году, примерно такой скрин Tokyo Game Show, на котором нам обещали показать и трейлер DLC Корея 8, какие-то шмотки, кружки, безделушки, а в итоге все привалили на шоу Monster Hunter Spotlight с довольными лицами сотрудников Capcom. Двигаемся дальше. Пользователь Reddit под ником Revan Omen утверждает, что сюжетных аддонов 2. Как сообщается, первое дополнение будет анонсировано в начале июня. Расширение сосредоточится на знакомых героях, однако его события развернутся до сюжета оригинальной игры. Второй DLC проходит у разработчиков под кодовым названием Werewolf – Оборотень. Это дополнение посвящено Крису Редфилду и перестрелкам. Помимо выхода двух DLC, если верить пользователю, игра получит версию Resident Evil Village Complete Edition по аналогии с RE7 со всеми дополнениями, а также восьмерка получит поддержку VR. Иконкой полной версии с допами будет Итан, держащий Роуз в темноте, а заглавный экран изменится. Вместо чучела в поле будет показано огромное озеро и заснеженные горы вдалеке с другой стороны. Лично я бы не стал опрометчиво верить всем этим слухам, поэтому хочу вам предложить 3 июня встретиться на нашем канале, где мы проведем стрим State of Play, пообщаемся с вами и заодно проверим эти слухи. Авось в этот раз действительно будет что-то новенькое по нашей любимой серии Resident Evil. Итак, 3 июня, час ночи по Москве, на нашем канале. Всех обнял, приподнял. До скорых встреч!